эти звёзды, звёзды этой вселенной, по автоматике плавание. Итак, ребята, вы хотите глубокое путешествие, которое задавал вам одну неделю назад как перерыв. 36 минут. А пока, послушайте, что Денис сделал. Денис Соколович Смит. Родился 17.02.1875. У него было 6 детей. 3 из них погибли молодыми. Он первый клиент Макдака. В 1905 году он со своей второй женой пошел в высокое путешествие, и спустя 3 года она скончался в 20 лет от цирроза печени. Он с 1945 года по 1972 год он женился на 45-летней Гаслане Смита, совершил путешествие в 1918 году и спустился в 618 метров, потом он спас всех 20-летних ветеранов 2 мировой войны. Он посетил 43 страны, включая Староград. Скончался 5 мая 1972 года в возрасте 97 лет. Денис Соколович Смит. Родился 17 февраля 1875 года. У него было 6 детей. 3 из них погибли молодыми. Он первый клиент Макдака. В 1905 году он со своей второй женой пошел в высокое путешествие, и спустя 3 года она скончался в 20 лет от цирроза печени. Он с 1945 года по 1972 год он женился на 45-летней Гаслане Смита, совершил путешествие в 1918 году и спустился в 618 метров, потом он спас всех 20-летних ветеранов 2 мировой войны. Он посетил 43 страны, включая Староград. Скончался 5 мая 1972 года в возрасте 97 лет. Давайте совершим сейчас глубокое путешествие. О, идите, пока что есть Биг Ланч. Почему не Дашек? Ха, Джебифул упал. О, автомат. Там ДООши и рак. И сок, кола, и картофель. Вовсе все. Вау. Блин, закончился Дашек. Хэ-мэ-мэ-мэм. Хэ-хэ-хэ-хэ. А может мне во время глубокого путешествия есть? Собираемся там же. Хорошо, Рикита. Привет, я Лар. Что с вами? Да, действительно. Удачи вам! Ура! А пока мы зайдем в автомат. Давай! Ау-ау! Ау-ау! Вот этот автомат. Ау-ау! А вот это ага! О, да, 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 да! Не надо, бля-бля-бля-бля, ох! Уфов, Никит. Даже упыток, скажи ребятам, что они тут писали знакомые.